Настроение боевое, знаете, готовы уже к итоговому сочинению. Вот, ждем уже свои, как бы, участи, можно сказать, наверное. Единственный талисман – это уверенность, ну и мозги, конечно, свои. Да, волнуюсь, готовилась. Я надеюсь, что все будет хорошо. Считаю себя готовым, так как планирую свою жизнь с литературой связать, и особенно не переживаю. Главным условием написания сочинений является его самостоятельность и использование справочных материалов, мобильных телефонов, словарей, заметок является недопустимым. И при нарушении требований, конечно, участник будет удален с экзамена.